Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по боксу, где нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений. Клик стою. Что и требовалось доказать, бокс платит. Я заказывала там $5 с копейками. Все замечательно. Мне сегодня пришел вывод. Как видим, в пединге у меня по нулям. А здесь уже сумма $6.76. Это суммарная. Далее история вывода. И вот 5.09, 31 июля. 5.09. $5.09. Комплект. Идем на почту. Так. Вот почта моя. Опускаемся. Плюс $5.09 USD. 31.07.21 год. Клик стою. Вывод. Вот. Видим, да? Платит. Ну, я не сомневалась в нем. Потому что я читала там в форуме. Там в этом плане все в порядке. Значит, давайте покажу вам, попробую показать, как зарабатывать этот кэшпоинт. Для вывода, кто работает без вложений, нужно набрать 200 вот этих кэшпоинтов. И я вам в прошлом видео показывала. Первый клик свал. Кликаем. Так. И что? Бывает и такое. Значит, смотрите, меня я кликнула, да, меня перебросило обратно на страничку. Что я делаю? Нажимаю выход. Выхожу полностью из кабинета. Потому что мало ли у вас такое случится, чтобы потом не было всяких недоразумений. И опять логин. Авторизуюсь по-новому. Такое бывает. Все, я попала опять в кабинет. Опять кликаю кэшпоинты. И вот здесь по одному поинту нам дают за просмотр рекламы. А это уже тут задание по 25 поинтов, если хотите выполнять. Я не люблю и не лезу. Я лучше рекламку посмотрю. Значит, кликаем клик свал. Страничка загрузится. И вот такая вот здесь рекламка. Бывает ее много, бывает не очень много. Значит, кликаем. И вот за эти... Это уже 1, 2, 3 поинта. Кликаем. И выбираем значок. Видим, да? Вот такой я выбираю. Ждем, когда загрузится шкала. Все это делается быстро. Все, нам зачет. Видите? Далее. Я возвращаюсь обратно на ту страничку. Так, кэшпоинт. Ну, куда-то я не туда нажала. Спешу, потому что мой аккаунт. Так. Кэшпоинт. И второй. Афервал. Страничка загрузится. Окей, здесь как бы рекламка выпадает. И что? Вот здесь видите, вот это вот. И считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Плюс еще 18 вот этих кэшпоинтов. Вот это далее идет. Здесь нам не дают. Здесь также кликаем. Перебрасывает нас на страничку. Наша реклама вот эта. Пожалуйста, подождите. Потому что здесь бывает, в стороне показывают капчу. И это не наша. Наша вот эта. Шкала загрузилась. Выбираем перевертыш. Все, нам зачет.
стало сереньким. Эту так вот мы просматриваем. Далее опять я возвращаюсь. Бывает, что и нет рекламы. 1-2 штучки. Просто перезагрузите. Бывает, страничку нужно перезагрузить, что я делала. И также я выходила из аккаунта, как бы, и по новой авторизовалась. Такое вот бывает. Вот. И вот это, я не знаю, вот здесь, где там просматривать, я ее пропускаю. И вот здесь. Здесь также много бывает рекламки вот этой кэшпоинтов. Я первый раз, когда просматривала, я сколько, 80 с чем-то вот этих кэшпоинтов набрала. Думаю, ну ладно. И вот я набрала, ну, за 3-4 дня вот здесь клик, не афер стоит, а вот сюда кликаем. И вот здесь тоже, как мы видим, более чем достаточно вот эти рекламки. За это нам тоже идут кэшпоинты. Здесь все очень просто. Кликаем на желтую вкладочку. Ничего здесь вообще, ни капчи, ничего нет. Также просматриваем. Сейчас он, шкала загрузится. Подождем. Все, нам зачет. И вот таким вот образом я собирала вот эти кэшпоинты. И 3-4 дня, через день можно зайти, чтобы уже наверняка, чтобы было. Нет рекламки, ничего страшного, как бы. Вот. А смотрите-ка, друзья, что у меня. Мне выплатили денежку. Я когда в прошлый раз ставила на вывод, писала видео, у меня кэшпоинты на месте были. Даже обратите внимание, посмотрите видео, это я хорошо помню. Мне выплатили денежку, и мне по новой надо набирать вот этих 200 кэшпоинтов. Вот. Вывод от 4 долларов у меня плюс 200 кэшпоинтов. Ага. Минимум кэшпоинт 200. А так 4 доллара, да, было? Вот в прошлом видео я писала. Вот как. Ну, пока я эти 4 доллара наберу, конечно, я накликаю этих 200 кэшпоинтов. Вот. И у меня уже 15, как видим, да, кэшпоинтов вот этих. И нужно еще мне как бы добрать 200 вот этих рекламок просмотреть. Ну, это уже, это быстрее, чем 4 доллара, правильно? Всем удачи, больших заработков. Кому интересно, работайте. Ну, не интересно, не работайте. Всем удачи. До новых встреч.